Всем привет! Привет, друзья! Как вы уже знаете, в нашей семье огромное счастье и радость, потому что у нас появился щенок породы сибирский хаски. Зовут его Хьюго. На носу зима, и мы хотим построить Хьюго домик, в котором он будет с удовольствием жить. Поэтому у нас сегодня большие планы и много дел. Сначала хотим проехать прогуляться на море немножко, подышать свежим воздухом. Потом мы поедем за материалами. Купим все необходимые материалы, доски, бруски. По пути мы заберем нашего племянника Анжея. Нам будет помогать в этом деле нелегком, в строительстве дома для собаки. Так что оставайтесь с нами и смотрите видео дальше. Поехали! Сегодня 20 сентября. В Одессе пляжный сезон продолжается. Люди на пляже купаются, загорают, отдыхают. Ну, лето продолжается в Одессе. Ну что, друзья, погода прекрасная в Одессе. Отдыхаем, идем в сауну душой и телом. Наслаждаемся выходным днем. Да, сегодня еще солнышко, свежий воздух, небольшой ветерочек. Сказка. Погодка мечта. Мы уже забрали нашего любимого племянничка Анжея. Привет. И направляемся за покупками. Мы приехали в эпицентр и сейчас будем покупать стройматериалы. Много машин, выходной, очень много людей скупаются, кому что нужно. Выбираем брусок, чтобы он был ровненький. Нам понадобится 10 брусков. Теперь мы выберем 20 штук ровных досок. Мы купили все, что планировали, поэтому сейчас грузим в машину и едем уже домой раскладываться и далее действовать. Ты сам хочешь?